And if someone is afraid of the pain that life brings to you. Дорогие друзья, всем большой привет, это Хижина Музыкант, меня зовут Раиль. Сейчас я вам помогу разучить песню Мияги и Энди Панда «Кассандра». Полный кавер на данную песню можете прослушать у меня на канале в описании, а также в подсказках. Ну а сейчас смотрим кусочек маленький и разбираем данную песню. Поехали! Моя дикая Кассандра, игривая пандра, затмевала разум, убивала музыканта. Тем не менее я рядом был и верил аллегориями, седины будут эти пираты. Моя дикая Кассандра, игривая пандра, затмевала разум, убивала музыканта. Тем не менее я рядом был и верил аллегориями, седины будут эти пираты. Нарекали тебя накормленные бредом, моя я-я. Ты на сон грядущий бедолами любима, так и знай. Толерантными родимыми хранима про запас, и угнетенными сердцами воспевал избитый бас. Время табунами лошадиных сила, милость умирать. И племя девы не давалось, а просила просто доверять. Под этим гнетом негатива тем, кто не увидит свет. Ты больно ласково, красиво закручивалась уже. Намеренно вели себя, как дети пути. Брали, что хотим, брали, что хотим, yeah. И, скорее всего, не смог бы в этом мире один. Рага нас благослови, сегодня закудим. Итак, приступим к разбору песни. Здесь 4 аккорда. Первый аккорд ЕМ, второй аккорд G, третий аккорд АМ и четвертый аккорд С. Как вы знаете, свой кавер я исполнил в другой тональности, использую каподастер на втором ладу, вот таким вот образом. Вы можете таким же образом искать свою тональность, двигаясь по грифу вверх, или наоборот остаться на самых простых аккордах. То есть, наконец-то мы с вами разбираем песню, где нету барре, прикиньте, да? Песня начинается со вступления, который можно считать вторым припевом, потому что он запоминается очень хорошо. Исполняю я его перебором четверка. Берем аккорд ЕМ, дергаем шестую, четвертую, третью, вторую, четвертую струну. Потом дергаем пятую, то есть ниже стоящий бас, пятую, четвертую, третью, вторую, четвертую. Аккорд G, то же самое играем. Аккорд АМ, тут два раза пятую дергаем, потому что нет, по сути, ниже стоящего баса сейчас. И аккорд С, то же самое. Моя дикая Кассандра, игривая пандра, затмевала разум, убивала музыканта. Тем не менее я рядом был и верил аллегориями, седины будут эти пираты. Делаем удар на аккорде С, потом проезжаемся по шестой струне вниз, с 12 лада, да, слайд называется, и начинаем играть бой восьмерка. Я думаю, вы уже знаете, как играть данный бой, но давайте повторим. Аккорд ЕМ, два удара вниз, вниз, через паузу, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Вниз я делаю удар ногтем указательного пальца, вверх ногтем большого пальца. Итого. Моя дикая Кассандра, игривая пандра, затмевала разум, убивала музыканта. Я рядом был и верил аллегориями, седины будут эти пираты. Прежде чем приступим к разбору вокальной партии, предлагаю вам посмотреть клип моей коллеги Ула Диринг «Потанцуй со мной». Такой вот легкий, солнечно-беззаботный клип поможет вам отвлечься от скуки, самоизоляции и от домашней суеты. Кстати, она также делает кавер на современные песни, где миксует несколько песен в одном клипе. Она это делает профессионально, прям на хорошую камеру, интересно посмотреть. Ссылочка в описании, а также в подсказках. Итак, сейчас я покажу мелодию, которая поется в припеве. Что нужно с ней сделать? Это, конечно же, повторить на гитаре, проиграть, и потом попытаться голосом достать эти ноты, то есть попадая в них. Только так вы сможете красиво и чисто, а не на шару, спеть припев. Поехали. Первая нота Си, второй лад пятой струны.
Пятый лад четвертой струны. Поехали, вот этот скачок нужно тренировать. Моя дикая Кассандра, игривая пандра, затмевала разум, убивала музыканта. Тем не менее я рядом был и верил аллегориями, съедены будут эти пираты. Еще добавились нота ля на третьей струне, да? И четвертый лад четвертой струны вместе со вторым ладом. Дальше начинается первый куплет. Играем мы его также боем восьмерку, но только используя прием palm mute. В последних разборах я его очень часто показывал вам. Он довольно непростой, но интересный. Звучит таким образом. Берем аккорд ЕМ и, используя ребро правой руки, исполняем данный бой приемом palm mute. Удар вниз, конечно же, первый у нас громкий, открытый. И второй удар, это у нас уже, по сути, заглушка. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. То есть, вот бой восьмерка, но нам нужно делать заглушку на некоторые удары. И, кстати, прижимать поближе к порожку нашу кисть, чтобы приглушить звучание струн. Итак, удар вниз, вниз. Это уже заглушка, второй удар. То есть мы быстренько проезжаемся по 3-4 струнам посередине и блокируем звучание струн ребром. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Вверх, вверх, вниз мы делаем на 2-3 струнах, также посередине. Вот здесь. Удары вверх делаем где-то посередине струн, то есть цепляем вторую, третью, четвертую струну. И делаем это подушечкой указательного пальца. Вверх, вверх, вниз. Вниз, вверх, вниз, вверх. И опять-таки последний импульс вниз, вверх, вниз, вверх у нас начинается с заглушки струн. То есть делаем удар. И вверх, вниз, вверх, вниз, вверх уже доигрываем незаметно. Итого соединяем все. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Отлично, пробуем спеть. Нарекали тебя накормленные бредом, моя я-я. Ты на сон грядущий бедолами любима, так и знает толерантными родимыми. Храним образ запасы, угнетенными сердцами воспевал избитый бас. Время табунами лошадиных сила, милость умирать. Время диву не давалось, а просила просто доверять. Под этим гнетом негатива тем, кто не увидит свет. Ты больно ласково, красиво закручивала сюжет. Мы намеренно вели себя, как дети кутим. Брали, что хотим, брали, что хотим, и, скорее всего, не смог бы в этом мире один. Поехали, рассмотрим, как поется первый куплет. Нарекали тебя накормленные бредом, ай-яй-яй. А ты на сон грядущий бедолами любима, так и знай. И толерантными родимыми храним образ запас. И угнетенными сердцами воспевалась битый бас. А время табунами лошадиных сил отбилось умирать. И племя диву не давалось, а просила просто доверять. Под этим гнетом негатива тем, кто не увидит свет. Ты больно ласково, красиво закручивала сюжет. По сути, одни и те же ноты крутятся вокруг. То есть си, соль, ля, соль, да? И начинается основной припев на английском языке. Опять-таки делаем слайд по 6-й струне с 12-го лада. И полноценный бой восьмерка. Тут ничего нового, поэтому сразу рассмотрим, как петь припев данной песни. Припев на английском языке. Тут, по сути, те же ноты, только еще чуть-чуть выше берем. And if someone is afraid of the pain that life brings to you, embraces you and tells you nice to meet you. And if someone is afraid of the pain that life brings to you, he embraces you and tells you nice to meet you. And if someone is afraid of the pain,
Второй куплет в исполнении Энди Панды играется разными приемами. Первый прием — это перебор четверка. Моя дикая, 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 я пленник Кассандры. Моя дикая, 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 я пленник Кассандры. Лайон рычит, ночами коптит па, разрушив опять, строим мосты. Кто, если не ты, кто меня спасет? Улетает дым, она знает толк. Вторую часть четверостишия исполняем перебором восьмерка. Берем аккорд ЕМ, дергаем шестую, четвертую, третью, четвертую, вторую, четвертую, третью, четвертую. Потом дергаем ниже стоящий бас. Аккорд G берем. Быстро исполняется, да, аккорд АМ. Два раза бас. Прогнали один раз. Дальше исполняем рокерский бой. Аккорд ЕМ. Опять-таки прием palm mute. Кладем правую руку ребром на нижний порожек, чтобы приглушить звучание струн. Делаем такие удары. Вниз, 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 вниз. Вот этот удар был вниз по всем струнам, по сути, да? Это заглушка. То есть мы ударяем и в то же время блокируем правой рукой. Еще раз. Вниз, 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 вниз. Вниз, 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 вниз. Заглушка. Вниз, вниз, вниз. Все. Позволь раствориться в объятиях. Ты теперь ближе, слышишь? Проникаешь в сознание. Это послание свыше. Все разъехались прочь, не горят огни. Предстань в роли игривой падры. Проведу с тобой ночь. Я пленник Кассандры. Два аккорда АМ. Простой проводкой вниз. Ребята, если и вы загорелись желанием научиться играть на гитаре и петь поскорее, то сейчас самое время. Все сидят дома, нечего делать, нужно вот это самое время направить на саморазвитие, поэтому в описании под видео для вас оставил мои самоучители по вокалу и по гитаре. Проходите, изучайте, и уже после карантина сможете удивить ваших друзей, исполнив любимые песни на гитаре. Прощаюсь на этом, подписывайтесь, ставьте лайки, и скоро увидимся. Всем пока!